Недавно я посмотрел видос от Соника, который вышел около недели назад, в котором была поднята довольно интересная тема насчет игр-сервисов. По его мнению, это не совсем то, что нужно индустрии, данный проект вообще ей вредят и тому подобное. Если хотите, можете видос взглянуть сами, оставлю его в комментариях. Но лично я в этот раз хотел бы предоставить чутка альтернативное мнение по всей этой ситуации, которое будет отражать более коренную проблему в игровой индустрии в последнее время. Перед началом видео буду очень благодарен, если вы прожмете лайк, поддержите канал, подписывайтесь, ибо ваша поддержка в виде лайков и подписок очень нужна. Спасибо. И да, давайте уже добьем 200к, уж немного осталось. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Начну с того, что я согласен с тем, что игровая индустрия в последнее время крайне странно себя ведет. Все чаще стали выходить сомнительные проекты, выдвигаться странные решения, и да, игр-сервисов стало слишком много. Назову ли это плачевным событием? Пожалуй, нет, поскольку игра-сервис — это не всегда плохо, и чуть позже я объясню почему. Да, я отчасти тоже, как Соник, иногда скучаю по крышесносным одиночным проектам, и хотел бы, чтобы их было больше, но исходя из того, как изменилась игровая индустрия, это не особо ожидается. Если же опираться на самый первый термин по запросу, что такое игра-сервис, то он обозначает бизнес-модель, при которой разработчики продолжают работать над игрой еще долгое время с ее релиза и дополнительно монетизируют ее, не ограничиваясь доходом первичных продаж. Если же поиграть на публику, то можно сказать: ух, от нас все всегда хотят денег, и все эти сервисные игры сделаны только для одного, чтобы их заработать еще больше. И да, открою секрет, что так оно и есть. Каждая игра, каждый проект, товар, продукт, скин, практически каждое действие в той или иной сфере сделано для максимизации прибыли. И в целом тем, кто доучился в школе до урока под названием экономика, должны это понимать, что в этом как бы ничего странного нет. Самый такой жесткий пример в его видосе был в виде отряда самоубийц, который вышел совсем недавно, а уже сдох. И было прямое сравнение с Хогвартсом, которое у игроков стало популярной и имело очень большой спрос. И в целом да, Соник прав, что одиночная игра получилась лучше, чем игра-сервис, но проблема сравнения была в том, что Хогвартс — это хорошая игра, а отряд самоубийц — плохая. И тут я даже смотрел бы не на сервис составляющую, а на саму игру. И она во втором случае просто говно. Проблемы на релизе, небайтовая концепция с небайтовыми персонажами и не харизматичный геймплей, поэтому в нее как бы и не играют. То, что разработчики впихнули туда Battle Pass, скины и разделили игру по сезонам, это не ключевая проблема. Проблема в том, что они сделали это просто плохо, непривлекательно и не смогли удержать аудиторию. Да, проблем как у игр-сервисов бывает достаточно, я тоже обжегся об ожидании реальности игры Anthem, Мстители, которые мне зашли по идее, и я в них видел потенциал, но они тоже крайне быстро сдохли, хотя в корне они были куда лучше, чем отряд самоубийц. Там хотя бы механики нормально сделаны были. Но, как по мне, эти две игры крайне быстро сдохли не из-за того, что это игры-сервисы, а из-за того, что разработчики либо не удосужились, либо не успели сделать нормальные причины играть в нее дальше. Ибо ни там и ни там не было нормальных скинов на релизе, активности и так далее. И опять же из-за этого становилось скучно, неинтересно и однообразно. И та самая новая игра про пиратов от Юбиков, она страдает не от сочетания игра-сервис, а от того, что игру сделали хреново. И в целом игрок не увидел надобности в нее играть. Для тех, кто вдруг попытается отстоять правильность позиции а-ля сервисные игры — это говно, ведь это подтверждает твои же примеры, ну давайте тогда возьмем альтернативный пример. Frostpoken — одиночная игра, и Helldivers 2. И мы уже как бы здесь увидим совершенно обратную ситуацию, что оказывается одиночные игры говно, а онлайн-сервис классный, интересный, байтовый и приносит куда больше денег компании и эмоций у игроков, чем провалившаяся одиночная игра. Да, пример с такими качелями можно придумать есть что много, где будет множество и одиночных, и игр-сервисов, и провальных, и нет. И при этом скажу, что дополнительное слово «сервис» и словосочетание «игра-сервис» никак не отражает истинную проблему всей этой ситуации. Как по мне, в этом случае есть просто плохие проекты, а есть хорошие. И тут ради правильности стоит, я думаю, немного разделять, что конкретно плохо в играх-сервисах. Вообще, примером первой провальной одиночной игры я хотел назвать Протокол Каллиста, но по определению из интернета я понял, что это тоже своего рода игра-сервис, которая провалилась, но тут довольно странно получается, что одиночная AAA игра, которая получает дополнение, является игрой-сервисом. Ну, тогда, видимо, любая игра с дополнением — это игра-сервис, но я с этим не согласен. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно. Альфа выгодно. И если же опираться на мнение Соника, то вероятнее всего у него претензии к онлайн-играм, в которых есть донат. И в этом случае нужно понимать, какой он. Если он сделан грамотно и не вредит геймплею, почему бы и нет? Это как купить дополнительный скин или дополнение к тому же Бэтмену. А вот внедрить в игру невписуемые элементы или склоняющие тебя к упрощению игры, то да. Тут я тоже осуждаю. Это как в Вальгалле. Тебе специально растягивают игру, говоря, если тебе заколебали зачистки, можешь с донатом упростить себе жизнь. Но вот когда хорошую игру просто развивают и делают дополнительный контент, почему бы и нет? То, что игровая индустрия в последнее
последнее время идет очень большими шагами именно в сторону сервисов, действительно может напрягать. Ибо мы, возможно, теряем множество проектов, которые могли бы быть, но таковы реалии, они просто невыгодны. Как он правильно подметил в своем видосе, многие ищут некую золотую жилу, которая сможет ли не без конца приносить доход. Да, сейчас даже выпустив какую-нибудь бесплатную игру, напичкав ее косметикой, куда результативнее и прибыльнее, нежели сделать одиночный проект. Эталонный пример — это Fortnite. Мало того, что бесплатная игра, так это и отличная игра, в которой действительно хочется донатить. И обычный игрок, я думаю, при этом компании приносит куда больше, нежели бы он просто взял игру за full прайс. А где деньги, туда и двигается бизнес. Как по мне, корневая проблема тут даже не в определенной категории игр, а в том, что в игровую индустрию пришли люди, которым все равно на игры. Человек, который играет и продает, совершенно два разных человека. И от этого возникают крайне странные решения, странные проекты и прочие вещи, которые аудитории непонятны и нелюбимы. Поэтому, в принципе, мы и получаем крайне странные концепции, как Харли Квинн, который при помощи крюка летает по городу. Ибо те, кто руководит, они видят лишь статистику. Они не понимают игрока и то, что должно быть в игре, кроме заработка денег. Поскольку по статистике игрокам нравятся игры-сервисы. Они их и покупают, и приносят куда больше денег в них компания. Поэтому для таких людей, для руководитель будет предпочтительно все силы свои сконцентрировать именно на них, нежели попытаться сделать какой-нибудь одиночный проект, который на релизе может просто обосраться и обоссаться. И не дать возможность разрабам хотя бы чуть-чуть больше заработать со своего творения на тех, кому он зашел. Да, просто если кто-то купит игру, она ему понравилась и он туда задонатит, он может принести куда больше денег, нежели там 2 или 3 человека, которые просто купили игру. Просто если послушать ранние истории создателей легендарных франшиз, то вы поймете, что кроме денег поднималась очень крутая тема, как самовыражение. Создание чего-то нового и сам и весь прикол, что ранее из-за технологии и возможностей было выгодно продать игру, ибо такое слово как онлайн, донат было очень редким явлением. Сейчас все немного изменилось, и да, какой-нибудь скин иногда может стоить как какая-нибудь одиночная игра. Но это все не говорит о том, что индустрия напрочь потеряла хороших людей. Они остались, но даже делая какие-то крутые проекты, а-ля как Alan Wake 2, который явно сделан с душой и несмотря на то, что продается хорошо по меркам компании, она не приносит прибыль. А то, что не приносит прибыли, просто не делается, поскольку кушать хотят все. Как вы уже поняли, мы вряд ли с вами уйдем от игр-сервисов, где будет просто невероятное количество одиночных игр. Но в этом вопросе не стоит переживать конкретно за изменение категории игр. Тут больше нужно обращать внимание на качество, ибо и игры-сервисы могут быть хорошими. Опять же, к примеру, Helldivers 2. Я до сих пор туда заглядываю, играю со своими зрителями, у нее хорошая графика, играть весело, есть цель, миссия, в том числе и донат. И при этом очень щедрая экономика. Может быть, конечно, у вас возникнет вопрос, а как же получилось, что игра-сервис вдруг стала хорошей? Ну, во-первых, они сделали ее хорошо. Но, во-вторых, отчасти повезло попасть в то время, когда игроки приняли эту игру, это тоже немаловажно. И ни одна компания не сможет сделать 100 попаданий из 100. Поэтому и одиночные игры, и игры-сервисы — это всегда попытка найти проект, который принесет куда больше денег. Просто бизнес-стратегия игры-сервисов, она куда выгоднее, чем одиночных игр. И как бы они вам не нравились, это факт. Поэтому, какая бы категория игр ни была, самое главное, чтобы она была качественной. Остальное уже побочка. В общем, такое вот у меня мнение на этот счет. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!